Нет. Как состояние после вчера? Пойдет. Каких-то 2 часа назад меня рвало, а сейчас я уже снова работаю в Яндексе. Нормально. Я сейчас уйду отсюда, да, не переживайте. Чё, знакомый лук? Ой-ой-ой. Принять заказ. Надо идти в авиапарк. Ну, погнали. Еще один заказ? Куда? Я не хотел еще один заказ брать. Ладно. Сколько за вчера заработала? 968 рублей. Счастье, полные штаны и полные карманы. Ноги не болят? У меня все болит, понимаешь? От душевного, от душевной боли до физической. Окей. Я сложил все свои вещи в рюкзак. Теперь, короче, мне будет не так тяжело, как вчера. Что за заказ? Ресторан Фугу и Тойосу. Вкусное заказали. Почти что 2000. Так, напротив магазина Ашан. Здравствуйте. Добрый день. У меня заказ. Хорошо. Всего доброго. Спасибо большое. Теперь идем в фарш. На черный этаж, там тоже надо заказ забрать. Вот такой заказ. Тебе не жарко в чулках? Нет. Это не чулки, а колготки, и там уже они прозрачные. Расскажи отзыв по первому дню, что понравилось, что нет плюс-минус работы в доставке. Спасибо большое, директор Яндекса, за донат. Я сомневаюсь, что директор, обычно директора донатят чуть больше. Ну ладно. Плюсы и минусы. Погнали. Плюсы. Но это самая быстро устраиваемая работа в моей жизни. Никогда еще так не было, что я вот пришла куда-то, такая говорю, я хочу у вас работать, и меня тут же принимают, и тут же выдают сумку, иди работать. Это самый большой плюс, наверное. Ну, минусы это скорее, знаешь, они, я бы сказала, незначительные. На самом деле, хорошая работа. Если ты не стримерша. Если ты стримерша, то это плохая работа, потому что, блин, у меня в руке палка, ну, штатив с телефоном, рюкзак полностью забитый оборудованием. Второй телефон лагучий. Это все создает трудности. К тому же, допустим, съемка в подъезде, это все сложно. А так, вполне себе хорошая работа. Я думаю, для тех, кто на лето хочет подзаработать, это вполне себе неплохой вариант. К тому же можно пользоваться самокатом. Ну, так поразмыслив, да, пешком тяжело, очень тяжело. Если вы девушка, то это тоже тяжело. Но если вы пользуетесь самокатом, то все упрощается в разы. Спасибо большое. Сейчас загрузим всю эту сумку. Да, заказом, соответственно, перепутать. Артик скинуть. Заходи в мой дискорд. И туда скидывай. Так, а скинул ты в творчество. Я, конечно, не художник, но потратил на это время. Ой, как мило. Ой, как мило. Смотрите, ребят. Ну, даже цвет ногтей учел. И зубик. Блин, я обожаю, когда... Вы знаете, самое главное — это детали. Внимание к деталям — вот это вообще обожаю. Зубик и ногти. Ой, как мило. Спасибо. Кстати, так удивительно. Я прямо, знаете, сегодня с утра вообще встать не могла с кровати. Меня просто... Вообще колбасило, как не знаю кого. Нет, такси не надо. Я справлюсь своими ножками. Сомневаюсь, что это было мне. Так, ну я вышла из авиапарка. Сейчас у меня перестанет сходить с ума мой навигатор. Да, сейчас возьму Яндекс самокат, не переживайте. Ребятишечки. Просто идти в соседний дом. Кому-то просто было лень спуститься. Ну ладно. Если деньги есть, то зачем спускаться, зачем вообще ходить? Тебя могут вообще на руках нести, да? Так ведь? Так, мне надо как-то проникнуть на территорию. Блин, какая супер красивая девушка. И платье у нее супер красивое. Да погоди ты со своим Ходынским бульваром. Дай мне сначала этот заказ отнести. Не буду я брать. Иди в жопу. Нет,
Нет, я не возьму. Остановись. Все, да хватит. Да сколько можно. А вы можете пустить меня? Дяденька. Ну не хочу я брать. Как его отменить? Открой тебе кто-нибудь дверь. Как я заказ-то принесу? Забаррикадировались, блин, в своих заборах. Сидят. Попробуем еще с другой стороны обойти. Да, есть ли скорая? Подъезд Г. Где? Ага. Б. Стоп. Это подъезд Б. Как же Яндекс спит? Давайте с другой стороны пойдем. Ой, подъезд Г. В смысле в тот? Указано же или сюда. А как, блин, я туда должна попасть? Или он просто так тактично меня выгнал? Так а там закрыто? Закрыто? Вызов консьержа. Да блять. Соседняя дверь. Там закрыто, там нет вызова консьержа. Чего, блядь? Да, я нажал, что я у клиента. Откройте дверь. Заказ. Господи. Ёб твою мать. Похуй, я ставлю под дверь. Сфоткать точно. Теперь надо идти в подъезд И искать. Так. Теперь идем в подъезд И. Подъезд Д, А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И. О, Господи, так далеко. Ж, И, вот следующий. Капец, как они тут живут. Такая странная коробка. Йоу, привет всем. Ты, сука, ровнич. Куда мне еще ближе подойти? О, сработало. Нужна сыроварня. Чё, сыроварня? Я не знаю. Я до сих пор не знаю. Либо там продают сыры, либо там продают что-то сырое. Либо сырое варят. Короче, хрен знает. А сыры? Окей. Чё, все так палят? Ну, блин, я в аниме-костюме. Я с Яндекс.Едой и со стримом. А ты бы не посмотрел? Давайте подойдем к стойке информации, узнаем, где сыроварня. Проще спросить, чем мотаться везде искать. А вы не подскажете, где здесь сыроварня находится? Сыроварня этаж выше. Этаж выше? Да. Ага, вот и сыроварня. Здравствуйте. А у меня заказ. Готовится? А, готовится? Хорошо. Вы какие-то вкусные штучки, смотрите, ребят. Смотрите,
кажется, что я сегодня рвало, на мне юбка, ну, спадает уже. Она держится на тесном слое. Вот, вот на этой штуке она держится скорее. Что рвало? После вчерашней работы. Сколько уже заработала за сегодня? 155 рублей. Заказ из фарша 89 рублей 74 копейки. Заказ из фугу и таюсу 66 рублей 15 копеек. Я думаю, а что купить? Какую-нибудь шоколадку такую простенькую. Вон, пойду закусил. Куплю. Где у вас шоколадки? Я не люблю магазины, которые не интуитивно понятны. Вот я иду, и где шоколадки? Где? Ну где? У вас здесь шоколада нет? Что это за магазин? Нахер он тогда нужен? Там у них вообще никаких шоколадок нет. Какой-то магазин для ультрапупсиков, для тех, кто ведет здоровый образ жизни, прям слишком. Ашан рядом, боже, там стоит в этой очереди. Спасибо большое. Привет, привет подписчикам. Привет. Классно. Ой, откройте дверь, пожалуйста. Ну что такое? Дяденька, откройте дверь, пожалуйста. Откройте дверь. Спасибо. Кажется, я здесь. Так, это какой подъезд надо? Смотрите, вот эти лифты такие с подсветкой прикольные, кого-то киберпанк кажется. Идем в Азбук Вкуса, получается. Надеюсь, ты в ту же, где я вчера хотел охомутать. Мужчина. Шлагбаум открывается. Водичка брежит. Хорошо. Так, я правильно иду? Ну, вообще, да, по карте показывает. Сегодня, кстати, GPS, на удивление, очень хорошо работает. Ресторан сообщил, что заказ готов. У меня еще 11 минут есть, чтобы прийти в в ресторан. Ой, какое тут красивое здание. Сейчас меня собьет Mercedes. А нет, не собьет. Повезло, повезло. Ребят, а ведь сегодня 2 июля, да ведь? Это получается что? Это получается 16 дней до моего дня рождения? Оу, май. В этом году мне будет 26. Вы спросите, что? Тебе же 27. А я скажу, хватит. Мне надоело стареть, я буду стареть в другую сторону, как Бенджамин Баттон. Сколько можно? Действительно, девчонки в чате, если есть, плюсаните. Хватит стареть. Вы что, дуры какие-то, чтобы стареть? Нет. Старейте вместе, точнее, владейте вместе со мной. Видите, какое здание красивое, вот сейчас могу показать. Вау, красивый замок такой. Есть какой-то реально элитный район, что ли, Азбука Вкуса, вот это здание. Здравствуйте. Где заказ надо забрать? Заказ, это приходит туда. А там никто не подойдет. Сейчас подойду, там двое ребят. Двое ребят. Выдайте мне заказ. Так, кто это один? Ребят, здравствуйте. Здравствуйте, где заказ надо получить? Получить заказ? Да. Дима. До свидания. До свидания.
Ой, постараюсь его родить. Ой, какой тяжелый. Кто это заказывает? Почему так тяжело? Я? Знаешь, кто ты? Очень хороший человек, который предоставил мне работу. Я так счастлив работать в этой хуйне. Спина отвалится. Опа, что это такое? Это Яндекс.Самокат. Или что? Или мне показалось? Что это за хуйня? Взять самокат. Подождите-ка. Какие 7 рублей в минуту? Я курьер. Я отказываюсь. Через приложение заказа есть пункт. Аренда транспорта. Во. Взять самокат. Поминутный. Рубль в минуту. Я принимаю условия аренды. Я не катаюсь в нетрезвом виде. Дальше. Не надо мне страховку. У меня нет денег на страховку. Боже, дайте забронировать. Все, пожёжда. Сейчас я вас одену. Сюда. Будете трястись. Кричите громче. Самокат разблокирован. Пожалуйста, катайтесь аккуратно. Хорошо, иди в жопу. Что-то на самокате это не сильно и удобно, я так вам скажу. Он еще и заряжает мою мобилу. Господи. Ой-ой-ой. Дальше куда? Вот едь по дороге нахуй. Не подвинуться ничего, видишь? Хрупкая девушка, анимешница едет. У-ху! Реально приперлась? Блять, или нет? Я не понимаю, тупой Яндекс.Навигатор. Тупейшее существо в этом мире. Куда, блин, я должна ехать? Погнали на ту сторону, попробуем. Ай, блять. Охуеть, тормоза вообще плохие. Так. Да, стоп, почему тормоза не работают? А мне сюда вообще? Ага, все понятно. О, спасибо. А как же доступная Москва? Вот это вот все. Что, еще должна муравьев давить? Доступная среда, точнее. Закройте, пожалуйста. Спасибо. Да. Чего? Я быстренько. Квартира 218, 2 Джеки Чана. Что он сказал? Чё, 2 Джеки Чана, что? Откройте дверь. Спасибо. Всего доброго. Так. Я заказ.
Капец, надо еще номер был не указывать. Боже, мне опять в этот идиотский лайнер, что ли, везти? Подъезд Ж. Полная Ж. Да ё-моё, и забыла снять с паузы. Закат. Закмакат. Как все геморройно. Самокат разблокирован. Самокат разблокирован. Я песню, чтобы постоянно стрим отваливались. Я подписчик. Фоточку можно? Можно. Спасибо. Блин, классный конверс состоит. Спасибо. Очень пиздатый. А можешь чат попросить, чтобы они клип сделали, я потом маме покажу? Конечно. Спасибо. Давай. Удачи. Тебе тоже. Ой, подожди, я забыл. Я же сувениром. Сувениром? Да. Вот такой небольшой пин. Так, это что? Это мемочка. Классно. Спасибо большое. Спасибо. Классно. Это знаете, когда дверь открывается в квартире и тут же стрим оффается. Это вот как раз. Нет, я кухню угощал. Я не знаю, как это заставлять. Я чувствую, я охренею. Шаш за минус 20. Так, она так, естественно, не полезет, да? Ну да. Да подожди, ты ждет он свою пиццу. Курьеры тоже люди. Это я выяснила вчера. Фух. Все, заказ собрала. 9 минут идти. Сколько выручка уже? Да. Самая лучшая антиреклама, работаю в Яндексе. Ну ты скажешь тоже. После этого заказа сделаем перерыв, посидим на скамеечке. Откуда здесь чайки? Смеются.
Ха-ха, говорят. Дубр. Я так и поняла, что они рофлят надо мной. Блин, знаете, было бы классно поработать где-нибудь возле государственных зданий. Типа, допустим, МИД России подоставлять. Яндекс Кремль. Доставка винтов куда, типа, в отрезвитель. Вот нам в это здание. На входе будет шмонать, чтобы я случайно министра какого-нибудь не засняла. Чего они там обнаружат? Меня в аэропорту шмонали, и запрещенные предметы в трусах не нашли. Нет. Куда? Дальше. Спасибо. Да не буду я брать. Блин, Дина, дай мне адрес посмотреть. Что надо сделать? Нахуй здесь. Какой адрес можно? Сейчас. Сейчас я закроюсь. Какой здесь ветер? Голом воняет. Фу, тут столько мух. Фу, фу, фу. Фу, блядь, фу. Ебать. Ебать. Как там воняет. Так вот кто-то насрал. Фу. Блядь, фу. Живые? Капец, там говно воняло, вы бы знали. Просто сельский туалет отдыхает. Сейчас сядем где-нибудь, отдохнем. Что-то ребят, походу, какие-то там шишки живут. Понимаете, даже курьерам не дают заказ пронести. Все проносят там специальные люди в красных колпаках. Напомнила уровень из Хитмана. Так. Лифт это, конечно, что-то с чем-то. Чуть не сдохло. Ладно, хоть один этаж надо было ехать. И вот я потратила на этот заказ минут 40, наверное. Капец. Самое главное, когда ты опаздываешь на светофор, и уже где-то на середине загорается красный, это улыбнуться водителям, и тогда они тебя не задавят. Лайфхак? Пользуйтесь. Только с твоей улыбкой работает, ну ладно. Ой, как я устала. Так будет лучше. Ой. Нет. Ну ёбаный насрал. Чё ты развалился? Как дитя, боже. И вот и разве сюда получается жить. Понимаешь, мне очень интересно попробовать что-то новое в своей жизни. Бить сабвуфер, чтобы слушать там Мияги? Серьезно? Бывает, как я выгляжу сегодня? Там девушка плачет. Я могу отсесть. Наверное, так лучше будет. Ой, не будем мешать ей плакать. Жду заказ 2 часа, тем временем мой курьер. Так, давайте посмотрим, сколько заработало сейчас. Ого! Слышите, у меня чаевые кто-то дал 400 рублей. Слышите? Я сделала заказов на 573 рубля. И мне дали чаевые 390. А вчера заработало 968 рублей. Ладно, 967 рублей 50 копеек. Сегодня 963 рубля 77 копеек. И я даже не убилась в хламину. Я заработала почти столько же. Не убилась в хламину. Это значит, чтобы выполнили задачу.
Что за уважаемые пассажиры? Что случилось? А почему тут так много этих ментов? Здесь что, митинг будет? А, выпускные. Уважаемые пассажиры, еще раз скажешь, я тебе ничего не сделаю. Я терпила. Давайте я вам покажу, как я выгляжу перед тем, как сесть в такси. Да, ждем такси. Многим знаком этот лук с 9 мая. В смысле бесплатное ожидание? А ты не пробовал приехать ко мне? Где этот козел припарковался? 501? А вот 501, да. Привет, так тебя как зовут? Меня зовут 5 баллов.